Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня заказ покупки из магазина Метро. Заказывала я онлайн. Ну, в общем, заказала тут немножко, всего по чуть-чуть. И, кстати, когда я заказываю, у меня получается сумма покупки намного меньше, чем если езжу я сама. В общем, давайте все покажу. Заказала я с утра, привезли мне все вечером, получается, того же дня. Давайте начнем отсюда. Заказала я пакетики. Целую упаковку котам и немножечко здесь у меня совсем чуть-чуть вот этого цезаря с собаком. 10 штучек у меня получается. Также, как всегда, я заказала вот это филе бедра и филе грудки. Получается в метро дешевле. Даже если заказываешь, здесь 2 517 килограмма, здесь 2 478 килограмма. Вот, получается дешевле, и так как у нас, ну, мы очень часто едим курочку, поэтому мне как раз, ну, в общем, я раскладываю, делю на несколько порций по пакетикам и в морозилку. Дальше, вот такую горбушу. Мне, кстати, нравится вот эта рыба Метро Шеф, горбушу филе на коже купила. Дальше, пепперони от Черкизова, здесь 500 грамм, по-моему. Вот, тоже меня любят. Также заказала масло. Вот такое вкуснотенье. Ну, какое по акции было. И здесь у меня сыр вот такой большой. Я его, кстати, тоже натираю и замораживаю. Очень удобно. Потом достал, на куда нужно, посыпал и поставил запекаться. Вот такие сосиски. И тоже большую головку сыра. Тоже на всякие запеканочки. Сыра у меня уходит много. Яйца 20 штук. Дальше здесь у меня кетчуп, томатную пасту вот такую взяла, помидорку и соки. 3 упаковки, они были тоже по акции, ананасовый, мультифруктовый, яблочный. Дальше здесь вот такой батон и вот такой, я не знала, что он, кстати, вот такой упаковки, хлеб для сэндвичей заказала, но вроде ничего, такой мягенький, неплохой. Также взяла вот такие эспудов. Я, кстати, заказывала их на Вальберес, увидела в Метро, решила тоже заказать. Цена одна и та же. Очень вкусный хлеб я для хлебопечки использую. Вообще можно и так выпекать, то есть, ну, в духовке. Сахар 3 упаковки. Взяла вот такие макарошки, спагетти, ну, тоже до кучи. И вот такие вот штучки сыну моему старшему попробовать. Это картофельные клёцки сухие какие-то. В общем, вот такие. Можно, конечно, и самим сделать, но я решила купить, попробовать. Вот. И, конечно же, вот эти очень вкусные пончики, они замороженные, хранятся в морозилке. Кстати, мои проверяльщицы. Вот одна. Вон там вот вторая. Так что они все проверили. Хранятся морозилки, там гости пришли, просто захотелось что-то вкусного. Достали при комнатной температуре или в холодильнике, можно их разморозить. Они достаточно быстро размораживаются, очень вкусные, как будто только-только купили. Ну, еще здесь немножко у меня фруктов и овощей. Купила вот такие баклажаны. Там же по весу, там непонятно на самом деле, сколько штучек получается. Но вот у меня 2 небольших баклажана получилось. 4 лимончика, но лимончики в любом случае уйдут. Огурцы. Я там все, по-моему, по килограмму ставила. Огурцы вот такие. Кстати, помидоры вот эти неплохие, я смотрю. Они тоже были на акции. Это розовые. Какие-то розовые Азербайджан. Тут хотя бы написано, чьи помидорки. Вот, ну такие прям ароматные. Лук красный для салатиков. Как раз листовой салат вот этот. Вот я, кстати, вот этот салат именно люблю. Фрилис он называется. Он очень хрустящий, вкусный, нравится. Зелень набором взяла. Здесь тоже лук, тоже я взяла килограмм, вот сколько получилось. Мандарины тоже взяла килограмм. Я вначале хотела клементины, но мне позвонили, сказали, что клементин нет, поэтому у меня обычные, Египет какие-то мандарины. Килограмм? Немножко, конечно, ну ладно. Яблоки. Вот такие груши конференц и бананчики. Веточка. Ну, тоже получается килограмм. Все по килограмму я взяла. Так что вот такая вот небольшая у меня закупка получилась. И давайте покажу чек.
Thank you.